Новый детский сад стал уже третьим по счету в микрорайоне «Пригород Лесное». Строительство дошкольного учреждения длилось 2 года. Сейчас все работы уже завершены. В трехэтажном здании площадью 4500 метров оборудовано 15 групповых комнат с игровыми зонами, раздевалками, спальнями, санузлами и буфетами. В данный момент готовится, у нас заключительный этап по подготовке необходимой документации. Соответственно, как только документация будет готова, мы с радостью сообщим дату официального открытия. На первом этаже дошкольного учреждения расположен многофункциональный актовый зал, где можно проводить не только музыкальные занятия, но и праздники. Также здесь находятся медицинские и процедурные кабинеты, пищеблок со специальным лифтом для подъема блюд в группы на другие этажи. Педагогический состав набран частично, примерно на 80%. Но до сих пор мы проводим собеседование, мои заместители проводят собеседование с кандидатами на вакантные должности. Спортивный зал оборудован всем необходимым для занятий физкультурой. В садике помимо основных групп предусмотрены и группы логопедической направленности. Сюда будет отдельный набор. Мы, конечно, рассмотрим варианты при наличии свободных мест сюда для разгрузки других корпусов. Но в связи с тем, что микрорайон, опять-таки, как я уже сказал, молодой и быстро развивающийся, очень много желающих, которые уже звонят, спрашивают, когда набор, когда можно прийти. Площадь участка, где расположен детский сад, более 12 тысяч квадратных метров. Поэтому мальчишкам и девчонкам будет где разгуляться. Территория оборудована верандами, спортивными и игровыми зонами. Открытие нового дошкольного учреждения с нетерпением ждут жители близлежащих многоэтажных домов, большую часть которых составляют семьи с маленькими детьми. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.